Мир всем! Вы на канале Хозяйство Устиновых. Сегодня я вам расскажу, что у нас на столе в постный день. Ставь видео нравится, подписывайся на наш канал, а мы начинаем. Первое блюдо — это картошка, отваренная сначала в мундирах, а потом обжаренная с лучком. Вот ингредиенты для второго блюда. Это будет свекольный салат. Свеклу и чеснок натерла на терке, заправила льняным маслом, посолила и украсила зеленью, какая была. Вот такой у нас получился постный обед. Полезный, потому что овощи полезны. А во главе стола пусть будет не еда, а молитва, которая все освещает. А сейчас я позову свою семью покушать. Желаю вам всего доброго, приятного аппетита, хорошего дня, до встречи. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями. Выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.